Всем привет! Трейлер выпуска «50 кругов пиццы» набрал более 10 тысяч просмотров и более 500 лайков. Это, конечно, не миллион, но для нас это очень хороший результат. А сам выпуск, я думаю, должен набрать намного больше и просмотров, и лайков. В общем, ребят, с вас огромная куча лайков, а с нас очередной безумный выпуск. Давайте начнем. Для начала мы решили подготовить тесто. Обычное дрожжевое тесто. Раскатав тонкий лист, мы стали вырезать ровные кругляшочки ведерком вроде из-под сметаны. Дальше мы подготавливали ингредиенты для самой пиццы. Начали мы с лучка. Да-да, с того самого лука. И, кстати, я знаю, что многие из вас прям не любят лук и часто пишут об этом в комментариях. Но одно могу сказать точно, что очень вкусно получается с луком. Дальше мы нарезали лук. То есть перец. Болгарский перец. А еще какой-то красный перец. Я в них особо, короче, не разбираюсь. А колбаску мы решили натереть на терке. Так намного быстрее получается. Колбасы у нас просто много, просто мы очень любим мясное. Обязательно мы также натерли сыр, чтобы посыпать пиццу сверху. Сыр я вообще обожаю. Ну и чтобы пицца была сочнее, мы решили сделать томатный соус. И помимо томата добавили туда еще и кетчуп. А майонез мы сделаем поверх ингредиентов. Заранее мы намазали противень маслом и сверху разложили кругляшочки теста. Намазав тесто томатным соусом, мы стали посыпать сверху ингредиенты. Лук, колбасу, перец. И заправив пиццу поверх всего майонезом, мы погрузили противень в духовку. Температуру мы поставили 200 градусов, а уровень поджарки мы включили и сверху, и снизу. И буквально через минут 10-12 пицца уже была готова. Уже на готовую пиццу сверху мы посыпаем тертый сыр. И снова буквально на 1-2 минуты погружаем обратно в духовку. И через пару минут получаем 9 кругов пиццы. И так мы сделали несколько раз. Под конец у нас уже стали заканчиваться ингредиенты. Чуть-чуть не рассчитали мы, но было уже поздно. Поэтому последние пиццы были уже без сыра и перца. Но тем не менее, вкус был просто изумительный. Ну и пора уже показать, что у нас в общем получилось. И кстати, для тех, кто сильно беспокоится о бездомных и постоянно пишет, что лучше бы им все отдали. Ребята, раз вы так хотите, то мы обязательно снимем ролик, как мы помогаем бездомным. Кто за, пишите об этом в комментариях. Но половину этого всего мы съели сами, а вторую половину раздали знакомым и друзьям. Не забудьте поставить лайк за наши старания и обязательно посмотрите другие наши ролики. Всем пока!